Совсем недавно в Русском драматическом театре прошел концерт музыкального коллектива «Виртуозы Якутии». Музыка и спорт едины. Именно так назывался концерт, который был посвящен международным спортивным играм «Дети Азии». Были исполнены различные произведения известных композиторов-классиков. Программа была построена в быстром темпе, что характеризует спорт. Но все же, как музыка с ним связана? На этот интересный вопрос нам ответил художественный руководитель коллектива скрипачей Станислав Афанасенко. Музыка и спорт хорошо сочетаются, дополняя друг друга. Они и благоприятно воздействуют на здоровье человека, дают стимул к жизни, к творчеству, и спорт, и музыка, и к тому же еще и лечат людей. Вот в этом много общего. Музыка, здоровье, спорт. Было много восторженных зрителей, в том числе и иностранные гости столицы. Концерт очень хороший. После прослушивания на душе стало легче. Я просто в восторге. Техника поразительная, все слажено. И музыканты, они вдохновлены своей музыкой, они чувствуют гармонию, переливы и настроение зала, и все. Ну, должен сказать то, что не в первый раз присутствую на концерте «Виртуозов Якутии», уже неоднократно посещал их. Конечно, радует то, что в нашей республике есть такой ансамбль, который известен на весь мир, который радует не только наших горожан, но и всех любителей музыки, как классической, так и современной музыки. Музыка способствует улучшению самочувствия, а также подкрепляет боевой дух в спорте. Ритм музыки, изменяющийся по определенной программе, заставляет сердце пульсировать чаще. Это улучшает кровообращение во время занятий спортом. Поэтому подобные мероприятия в спортивные периоды необходимы всем спортсменам. А мы желаем музыкальному коллективу «Виртуозы Якутии» дальше согревать и подбадривать не только зрителей, но и спортсменов.